Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как понять, что ваша кошка заболела. Заболевания обычно проявляются клиническими признаками или симптомами. В одних случаях симптомы бывают хорошо выражены, что позволяет без труда определить, что домашний питомец болен. Другие же заболевания характеризуются хроническим или медленным течением. Тогда хозяин может не заметить, что животное заболевает даже при ежедневном общении с ним. К острым симптомам относят рвоту, диарею, вялость, отказ от корма или воды, длительный запор, невозможность мочеиспускания, кашель, чихание, выделение из глаз и многое другое. Так, если вы наблюдаете один из этих симптомов, вы понимаете, что кошка заболела, и стоит обратиться в ветеринарную клинику в срочном порядке. Малозаметным симптомом можно отнести периодическую рвоту, постепенную потерю или набор веса, а также снижение или изменение аппетита, незначительное снижение активности, утомляемость или какое-либо изменение поведенческих привычек. Для выявления хронических заболеваний своевременно желательно ежегодно показывать кота или кошку ветеринарному врачу, даже если общее самочувствие животного можно назвать хорошим. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Практически любое заболевание может проявляться необычными симптомами, которые часто ошибочно воспринимают за нарушение поведения или вредность характера. К таким симптомам могут быть отнесены нежелание пользоваться туалетным лотком, либо регулярное мочеиспускание в неположенном месте, чрезмерная активность, внезапная агрессия, нежелание играть с хозяевом, стремление спрятаться и проводить время в укромных местах. Такими симптомами могут проявляться инфекции мочевыводящих путей, гормональные заболевания, сахарный диабет, артриты или хроническая почечная недостаточность. Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в том, что кошка здорова, лучше сразу же обратиться к врачу и приняться за лечение своего питомца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.